Вот такую бетономешалочку пришлось мне сделать своими руками. Одна предназначена для перемешивания полусухой смеси. Нужно мне было сделать себе забор. Первое время мешал миксером, но это было очень неудобно и долго. Вот, пришлось сделать мне такую конструкцию. Вот мы ее сейчас включим. Засыпал немножко песка, чтобы было видно. Редуктор с мотором. Поставил на колеса для удобства перемещения. Такая вот конструкция получилась. Засыпал немножко песка для того, чтобы показать, как это играет. Вот какая конструкция получилась. Вот редуктор приспособил. Вал на подшипниках конических. Вот.